Я 39 лет. Нет, это вы пока помещаетесь в 39. И если снять с вас вот это и одеть нормальную обувь на вас, то вы попали в 37 нормального. Угу. Если ты даешь больше размер, то поперечный супинатор, он начинает быть не на своем месте. Понятно. И он сдвигается вперед, и теперь он ногу не собирает, а наоборот разбирает, уплощает. Угу. Углы, смотри, какие насколько разные. Здесь брать, смотри, насколько разные углы. Она, это короче, это длиннее, и углы у них разные, понимаешь? Хотя это, казалось бы, очень тебе так прям хорошо, и тебе даже на ней удобно было, что самое смешное. Но с точки зрения ортопедии она бы не работала. Ну вот так вот люди на Озоне заказывают стельки, ломают себе ноги. Вот я просто, сам с таким столкнулся. Причем даже при наличии человека здесь и стелек одномоментно здесь, да? Можно дать неправильно, и даже как бы когда стельки подбирает, первый раз особенно, специалист решает, какой размер сейчас дать. Вот этот или тот. Потому что если бы у него были сильно плоские ноги, а они у него и так плоские, но были бы еще сильнее, то, наверное, дали бы ту. Она бы поносила ее какое-то время, мы бы ее убрали и дали бы эту после этого. То есть как бы две стельки. Одна это приподнять ногу, удержать, но как на сбор она не будет работать. А эту уже после той, уже нога была бы другая, дал бы эту. Но у нее ноги лучше, чем. В общем, это. Вот эти все опоры должны попадать под определенные кости. Если неправильно подобранный размер или стелька неправильно сделана, индивидуальная, то это все не просто может не работать, а еще и вредит. А так, вообще есть геометрия, и вообще, если вы поговорили с инженером, который создает стельки, много было бы услышано. То есть, понимание, как они работают, почему стелька такая, а не другая. Я к тому, что индивидуальные стельки, это лучше пусть стельки делает машина, то есть создает инженер грамотный и делает машина. А не грамотный врач пытается быть неграмотным инженером. Машиной, да, неграмотным инженером. Вот.